Так, у нас ровно полчаса есть. Кто-то плюсовал? Так, бомжи хапал. Да, Слава, я перешел на сову вместо мага. А, хорошо. Слава, у меня очень-очень-очень лагает. А, что если делать? Дахали, если Дахали не разлагает, я ливну, чтобы вас там в случае чего не вайпнуть. Спекайся в сову, ты нас не вайпнешь. Только не говори, что мне хила сейчас. Не, я в хиле пока буду, чё ты. Нет, может, разлагает. Спекайся в сову, там будет у нас 5 хилов и так. Истеричка по хиле. Там Холи Пау, Шаман и истеричка по хиле, тьму втроем. Свет захилит Археон, ты и Албич. Так. Так. Фу два слота. Кто там? Два... четыре слота. Кто там? Что такое? Так, пасап. Фас, умоняйте меня потом, я... мне шмот в банке. Apple рогой. А, ну хорошо. Васап РК. Так, васап подамажит или подтанчит? Подтанчит, наверное. Смерть рыцарь, у тебя второй какой спек? Хильди Поклонскому. Ебать, денег не хватило. Ты этот, Макгрегор, Анар, ты рога уже, у тебя же есть? Да, но я не умею играть. Да похуй, заходи. Иступление просто снять с этим джоком. Анестезирующий яд купи. У тебя вроде должен быть. Так, и еще зайдет. Анестезирующий яд, проверь, в сумке есть? Есть. Вот, его намажь на две пухи, и тогда ты будешь яд как топ снимать. Потом перейдешь на Савиан. Яд мажется на левую пуху и снимается через шив. Шив — это отравляющий укол. Способность, накладывающая на цель яд с левой руки. А я автоатакой всегда бил с двух рук и похуй. Потом перемазывал нормально яду и все. Ну этот, как он там называется? Способность-то. Как она по-русски звучит? Отравление? Отравляющий укол. Почитай, что там написано. Так, ласт слот. Летим выйдь быстрее. Идем командира все потом. Выберем кружок. Не знаю, Маковей. Я за протопала не играл. Я теорию знаю, как танчить. Набилки ваши не знаю. Ну так, пару набилок. А Маковей хочет за танка научиться играть за протопалами там 6-4. Ну он какие-то уроки от меня хочет. Да я хуй знает, ну. Васап. Ты сегодня, блин, афкашил, а мы в льде, короче. У нас ушли два человека там. Блядь. Ну пожарники вайпали. Да нет, заходил чисто посмотреть, что там проведем. Короче, ты в инсте, нет? Да, я тут. Ну, спекни с танка. А, ты в танке. Все, чтоб спокойнее было.
все фул. Отлично, хоть один вар. Сейчас добейте уже ромбик, и ауешьте нормально. Добьете этот трэш, поставите шкаф, досумоним людей. Чек нафиг. Те, кто в Долоране, не могли бы уже прилететь. Так. Сейчас суманем. Я пока не могу прочитать это заклинание. Шана отойдет. Так, Тирагоса, давай шкаф. Давай шкаф. Сейчас стойте. Суманем, значит, сумоним истеричку. Тыкайте на сумон. Тыкайте на сумон и сумоньте. Сумоньте бастика. Шрупца сумоньте, четвертой пати. Седли. Кто там еще, блядь? Всех сумоньте, короче. Волкер, первая пати. Принимайте сумон. Меня суманить. Так, чек на сумму. Так, архионт, бастик, истеричка принимает. Шруп чест, тебя суманули. Кори умирает. Тыкните, кто там рядом с сумоном. Сова. Банановая, тыкни. Блять, банановая. Алпич. Пиздец. Я пока не могу прочитать это заклинание. Давайте бейте. Смерть рыцарь ТВРК. Кружок выбрали, убрали иссушение. Выбрали кружок, убили. Меня не слышно или что? Слышно. Уже слышно. Ты кто? Как у тебя ник? Ну, смерть рыцарь, ты спрашиваешь. А, вот теперь слышно. А. У тебя какой второй спект? БДК. А первый? АДК. Отлично. Ну давай пока в БДК. Копию потанчишь. Знаешь, да? Перед второй копией на 35% незыблемость отдать. А ты отдашь, не умрешь там. Я не танчил РСК, если честно. Я недавно только сидел. Да. Ладно, тогда Седли Поклонская потанчит. Когда спека себя выдохнет. Я в АДК и был. Так, Седли тут. Как нету, блять, куда ты его дел? Ёбаный стыд. Слава, давай на БДК зайду. Да какой БДК? Ты протопал. Давай в два танка будем играть. У тебя еще нету протопала по-клонски? Есть, как нет. Все, протопали. Два танка затанчите. Этот, Алпич, зайдешь? Нет, писал что-то. Алпич, прием. Угу. Лох пока. Короче, поклонский всем каски, Седли кулаки, архионт или второй хулипал кресты давайте. Там проблем с бафами не должно быть. Фул баф давайте. 10 секунд на рыбу и начнем. Васап на босе. Подъезжайте сюда. Истеричка, что ты там стоишь? В небо смотришь, нормально, да? Блять. За что вы 500 ЕП получаете?
хорошо, а в пещере долгается. Истеричка, как дела? Шанан написал мне. Короче, исступление вы снимете нормально, я думаю, не просядете. Хилы захиливайте сильно. Васап, начинай. Метки с рейда смотрим, красные метки над головой. Вышли метки, вышли метки. Ты что там заблевался? Помогите, пожалуйста. Мы бьем босса. Долго спите. Или смотрит херово. Роги исступления, как дела? Этого дракона. Метки смотрим, выходим с рейда. Вышли метки с рейда. Красава элитная, так всегда выходи туда. Так, резать элитную. Да, еще раз Тирагоса шкаф. Сумунем наконец-то тех, кто кого не получается сумануть. Так. 5 хилов, значит, смотрите, частица Эрхион вешает частицу на Поклонского, Йоханы вешает на Гелда. Два танка идем, значит, васап будет на боссе. Так, чек на то, что все в инсте. Если кто-то не в инсте, мы вас суманем, пока я у шкафа. Так, 5 хилов, смотрите, Алпич, зубы по ситуации, смотри, если ревностный прогнет, то прям зубы отдавай на протопала. Протопал, танчишь две копии, первую забираешь, нормально, вторую, перед второй отдашь БЗ, потом тебя будут хилить. А, МКВ, не надо, блять, ты еще не научился. Они затанчат нормально все. Так, если что, гимн на ХП отдам, скажите, если девки кончатся. Так, ну, васап начинай, Поклонский готов. Сядь на коня. Не успел, ну ладно. Цирк, привет. Так, перед мордой не стоим. Кто сейчас умирает, минус 50 крова. Ладно, минус 100 крова. Из-под морды уходите, Эршам, как дела, Бастик? Танк идет, ведет босса на тебя, встань в стороне. Вот, отлично. Копию забирает Поклонский. Так. Холипал, молодец. Друлина, поднимай Йоканова. Гелда Хинти. Так, Йоканы. Друлина ему ману залил. Свои цели и частицу обновить. Так, Поклонский, незыблемость. Ой, блять, божественную защиту отдавай. Блять, ты далеко от рейда, пиздец. Отдал? У тебя уже ревностный прокнул. Зубы на Поклонского. Блять, живи, Поклонский. Как кончится БЗ или зубы, скажешь. Или как вырастет моб. Этот гимн отдам. Эти моба. Бастик упал, красавчик. Короче, даю гимн. Похуй. Так, Волкер, давай гимн на ХП. Всякий случай. Все, престол до жопы добивайте. Спасибо. Все, резайте двух этих бичей. Как они умерли, интересно? Здесь произошли страшные события. Бастик.
Рассекающий удар, под морду забежал, молодец. Поздравляю тебя, блядь, минус 100 крол. А, блядь, то же самое. Друид, то же самое. Ёканый, блядь. Ладно, не будет минус 100 крол. Просто имейте в виду, блядь, этот босс перед лицом бьет кливом. Только танк стоит перед лицом. Забежали по стеночке аккуратно. Бам. Если он подошел, я хилил, он подошел и убил меня. Рыба. Так, Шанан молодец, блядь. Как дела у тебя? Рыба, забудьте про рыбу. Мы еще упадем на этом боссе, можем упасть. Поклонский, значит. Танчишь мобов. Я ощутила присутствие их настоящего лидера. Так, пижон и какая-то друлина, идите сюда. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Дайте этим двум моба. Их нужно остановить. Ладно, забери одного моба с рейда. Забирай еще моба, или контрольте его. Где Поклонский танчит, он законтролит мобов. Друлина, законтроль моба вот этого корнями, пожалуйста, корнями. Блять, откиньте, вот, вихрь там что-то. Блядь. Да нахуй не трогайте его мобу. Босса еще 30% бить. Сейчас два моба выходят, где тебя нету. Так, а Бастик у нас за стеной стоит. Молодец. Всегда спеши так. Треугольник и квадрат. Законтрольте, пожалуйста, какой-то хуйней. Откиньте их чем-то, друлину убивают. Киньте пидорасам эти, стан какой-то, блядь. Напулил на Поклонском. Я понял, пусть в контроле пока будут. Бейте босса сильнее. Все, добили. Слава, а как кидать эти корни? Что это за скилл? Гнев в деревьях, книжки на Так, смотрим фулбаф. Это фулбаф даем. Так. Значит, по танкам. Васап начинаешь танчишь тьму по хилам. Поклонский остаешься свету по хилам. Значит, Архион, ты у нас 6-1 вроде. Ты остаешься. Алпич, ты выходишь свет. После тьмы выходишь свет. Хилишь с холипалом. Диспелишь Алпич. Первую фазу и третью фазу свет. Во тьме остаются Бастик, Эрдру и Йоханы. Вы остаетесь во тьме, хилите Васаба, хилите тьму. Диспелит. Бастик, умеешь диспелить? Ебать. Друид, Эрдру, умеешь диспелить? Да. Бастик, диспелишь. Это самое. По группам. Первая, вторая, выходите в свет. Третья, четвертая. Так, Шанан, что-то, блядь. Давай, Шанан, наебану в свет. Так вот. Поклонский ты остаешься, если что. Ну, он знает. Это самое. Первая, вторая, выходите свет. Третья, четвертая, остаетесь во тьме, кроме Поклонского. По хилам сказал, по диспелам сказал. Ставлю лут. Так, мана есть? Нет. Есть какая-то хуйня? Сейчас поем. Ты закинешь еще восьмого одного. ШП или кого-то, потому что милики очень слабые. Угу. Ну давай Волкера. Сауду закинь миликам. Сауда же. Я надаю там нормально, что какая разница. Так, ну давай, агроном, слышишь, ты в РК агроном, ты в свет выходишь, агроном. Вот, этот, Волкер, ты в тьму остаешься, в тьме, Волкер плюс. Волкер тут. Ага, красава. Там, если что, это у нас рост в обоих мирах есть. Все, чек на пол. Смерть на этом боссе минус 100 кролу. Это, ну, без всякой хуйни. Диспелла есть, все есть. Принимайте шурупчет с Поклонской, принимай. Прием. Не дрыгайте сейчас никто. Вот стойте на месте, ничего не трогайте. Руки от клавиатуры уберите, васап начинает. Вот, отлично, бьем. Пижон побежал.
приготовились метеор, милики близко стоите сильно, демон близко стоишь, роги какие-то стоят близко. Не стойте так близко, вы что, блядь, не достаете что ли? С РС событий начинаются ваши вайпы в 25 гелем. С этой тупой привычки. Приготовьтесь метко сейчас. Беги, малышка, беги! Давайте перевод. Утера не будет, сразу заходи. Подходим, заходим. Входите, если посмеете. Я уже не помню, как ставить его в обычный. Да так же. Нет, там лезвие будет, как поставишь. Ну, когда они будут начинаться, ты за 5 мне секунд ты сам решишь, типа, как ты будет, спереди или сзади лезвие будет. Типа оно за тобой будет идти или ты за ним будешь идти. Как тебе удобно. Вот сейчас оно за тобой будет идти. К миликам главное хвост не попасть. Эндерлей выноси. Скоро третья фаза, приготовим. Так, первая, вторая, приготовьтесь, в портал сейчас зайдем. Вон после лезвия, которое вот лезвие пройдет, приготовьтесь. За звездой идем, первая, вторая. Давайте, бьем, истеричка выноси. Истеричка выноси. Так. Вышли в свет. Шанан рос. Диспелить будет, нет, если риск. Ну, в смысле, тебя не диспелят, что ли? Привет, нет. Как дела? У тебя диспела своего нету? Снятие проклятия. Если сдохнете, ну, я хуй знаю, пизда вам, блядь. Волкер, диспель там этих нубов. Не, вот, не диспелит, я тоже варом выбежал. Диспелите шурупца. Во тьме рост давай. Бастик рост. Так, пока ты стопни, блядь, узнай. Телдвеллер, выноси, диспельте рогу. Или кош, если есть у тебя. Метеор побежали, элитная, выноси. Выживает тучка, если что. Так, первая группа не бьем, все остальные бьем, элитная выживает. Первая группа не бьет, все остальные бьют. Первая группа. О, диспел. Диспельте шерупца. Блять, во тьме, сука. Все бьют. Архион, выноси сам себя. Все, ничего не стопаем, бьем. Бьем, побивай. Дуэллеры на сиде, спойте рогу, побежали свет. Дэчеш, кардидэ плащ и кольчуга обоссана. Вкусом, ибо когда вернется мой господин, рулим РДДЧ. Сгинет в огне. Да ладно. Че, вообще охерень. Сова, роль. Банановая. Блять, красава, сука, нахуй. Пиздец, сейчас бы выиграть РДДЧ-шку с 15 ролл, охуеть. Клатч ролли. Тебе надо, Лина? Угу, было бы неплохо. И... Не, ну я, конечно, типа не жадная на самом-то деле. Кольчуга ссаная вот эта нужна кому-то? На Энха там. Ладно, Бастику дам на Энха. Друг качает. Мне пипец запы нужны вообще. Все, отлично, на ИП заходим.